Так вот, граждане хорошие, сейчас вам покажут. Когда первый человек по имени Адам сказал «Мое», так и тянется аж по сей день, так и вьется веревочка от Адама, значит, и Евы, до Левона выходят Илушки. И вот же напасть. Одним эта историческая карусель как с гуся вода, а другим хоть топис. Ну так что ж, люди добрые, сразу топиться или чуток обождать? Ну давайте познакомимся. А зовут меня Левоном. По батьке Степаныч, по фамилии Чмых. Рядовой колхозник. От роду 42, женат. Имею собственную дочь. И вот ведь какая история приключилась. Живу я в крепком колхозе, что верно, то верно. И вот оно, наше колхозное. А это вот мое. Личное. Нажил его собственными мозолями. Вот так, трудясь с рассвета и до заката. А бывает, чего греха таить. И после заката приходится не дремать. Последний раз. Бог не выдаст, свинья не съест. Ничего, это мой батька, пусть привыкает. Кому это я должен привыкать? Шустрая какая. Кто такая? Самая хорошая, батя. Самая хорошая. Ты гляди, хомут по мерке подбирай. Да я ж не конь. Да не жарепчик. Что, свадьбу думаешь ладить или как? Или по петушиному женишься? Сколько кур во дворе, все мои? Батя, в воскресенье сватать пойдем. Ну. Ага. Что это? ЗАГС сюда переверите, что? Ах ты, злодюга! Боже, я ж тебя проучу! Стой! 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 Товарищ председатель! Товарищ председатель! Ты что шумишь-то? Агрессор появился на горизонте. Какой агрессор? Сено крал. Сено крал? Кто сено крал? Да почмах не узнал. Сиганул так, ровно ему реактивный двигатель вставили. А, Дерюшка. Тихо ты! Молчи, гад! Ой. Чуть-чуть не влип из-за тебя. Ох, зазноба ты моя рогатая. А как без тебя, а? Ведь ты у меня как чеканка звонкой монеты. Жуй-жуй, моя фабрика, вырабатывай только больше и навоза. Mm-hmm.
Левон, ты не знаешь, где полосатый Дерюшка? Луша, ты от того не ищи. Я потерял. Как ты потерял? Ой. И коль что-то ты это самый не признавайся, в общем-то, ежели найдет кто. Чё ты мудришь, Левон? И ничего не мудрю. То целый день сидит, щербатую бутылку заклеивает. Выбросить боится, все продать норовит. Городишь. А то Дерюшку потерял и говорит, не признавайся. Финтишь ты чего-то. Ничего не финчу. Слушай, а может, ты там на этой подстилке с какой-нибудь бабой забавлялся? Болтай. Фу, ей-богу. Ой-ой. Чья это? Кто потерял? Может, подскажете, чья это? Нет. Может, видели у кого? Вернуть надо, человек спасибо скажет, а? Давай, я отнесу. Клавонька, ты знаешь, да? Я сам отнесу. Только ты скажи, чья это. Так не твоя, говоришь? Не моя, Максим. Да ты разгляди ее хорошенько. Да чё я разгляд? Что это, картинка, что ли? А чё подмаргиваешь? Так, антузия. Контоженный. Ну, слава богу, а то лихо ведай, как бы оно обернулось. Нам, Максим, чужое не надо. Не надо. Правда, искатель. Михаил! А, ну что же ты? Да батя с утра пропал. Что, все со своей Дерюшкой носится? Да, наверное. Ну ладно, пошли. Иду! Какой лучше одеть? Вот это, вот это. Да? Ты-то лучше знаешь, что ему окаянному больше нравится. Ох, доченька моя милая. Ну, мама! Ой-ой-ой-ой. Да. Ну вот и дождались. Чего дождались? Чего? Сватов. Каких сватов? Ну, к Соньке нашей. К дочке. Да? А жених-то кто? Фу ты. Мишка зоотехник. Максимов сын. Что? Сторожа Максима. Ну да. А чё ты? Честно. Чё ты, Ливонушка? Ничего. Парень ведь он золотой. Чтоб тебе пусто было. Ай-яй-яй-яй. О. А может, оно и к лучшему? А? Ведь все-таки сват. Поправь галстук, жени. Спрячь ты Дерюшку-то. Девочки, идут! Дорогие господиня и господарь, приехали бы к вам по делу первой важности. Батя. Вот наш князь удалец Михаил Максимович. За технику на ферме, а не да князь. Погоди, погоди, Максим. Дай все чин-чином сделать. Наш князь удалец Михаил Максимович на охоту ходил, за куницей следил. А товарищи Щермы нам подсказали, что куницу вы ту в своей хате сховали. Ну, тогда добром отдадите, или нам доведется силы ее брать. Да раз теперь у родителей спрашивают, пускай сама. Сонюшка. Доченька. Вот пришли к нам гости великие. Не дурак? Не дурак, не дурак. Михай, говори. Просим вашего согласия. А мы с Соней уже решили. Так, Соня? Ого! Ну, а ты что скажешь? Ой, ой.
Ну, сейчас я вам покажу. О, ага. Понятно. А! Ну, Леониха, ставь закуску. Потерпите, гости дорогие. Погуляйте, погуляйте. О, пошли. Куда? Пошли, пошли, я тебе сейчас покажу. Ну, теперь стало быть того, поскольку наши дети решили начать, так сказать, совместную жизнь, надо нам о них позаботиться. О приданном, что ли? Ну да. А? Ну что ж, выкладывай свою пропозицию. Ну, хозяйство у меня, гляди сам. Дом под цинком, но... сарай под шифером. Ну как? 8 семей пчел, приусадебный участок 0,5 гектара. А у тебя на всю твою ораву только 25 соток, понял? Так что весь резон Михасю перейти жить в мой дом. Да, батраки, значит. Вот те раз. Гарнизон рогатого бастиона вербует пополнение, о, да? Выдавал. Нет, Леон, не подходит нам твоя пропозиция. Ну вот, Максим! Мой сын батраки к тебе не пойдет. Вот те раз, да ведь такое хозяйство предлагает. Не пойдет. Поздравляем, Леон Степан, поздравляем. Да ну вас, сороки беловодь. Если это ружно, то вам поздравляйте. Опять эта дерюшка. Мам, ну неужели вы не нашли лучшего места для этой подстилки? Соня! Разве это ваша постилка? Наша. Ой, не суй. Чш. Так это ты был. Чё подмажешь? Ша, ша, Максим, ша. Учитывай важность исторического момента. Ну так я пойду, а то не звана, да, не просто. Да чё, чё, чё там? Оставайся, соседка ведь. Выпей с нами рюмку. Лучечка, приглашаю гостей к столу. Ну, садитесь, садитесь, гостики, садитесь, дорогие. Садитесь, садитесь, пожалуйста. Молодые, занимайте почетные места. Давай. По закону ты еще рано рядом сидеть. Да, Соня, помогай. А тебе, Леон, по закону пора садиться. А за что? А это еще не факт. Что не факт? Сваты не факт. Жених не факт. А, жених вроде бы факт. Фрукт. Садись. Давайте выпьем за молодых. Давайте. 100 лет жизни и миллион денег. Раз, два, взяли. Здорово. Хорошо. Дай Боже, чтобы не последний. Ой, закусывайте, закусывайте, гостики дорогие, закусывайте. Ну, а теперь выпьем за... За свата нашего, за председателя. Покупаешь председателя? Не покупаю, а союз предлагаю. Мир, значит, на долгое время, пока не стемнеет. Ушам, Максим. Я понимаю. Учитывать важность исторического момента. Хорошо. Хороших да пригожих детей вырастили. Завидую тебе, Луша. И тебе, Максим. Так. А я, доченька, вроде так, сбоку припелку. Леон, ты что это? Да погоди ты, ну. Что годить, что годить? Марк, и про тебя скажу. Человек ты сообразительный, хозяйственный. Руки у тебя... Виноватые руки. Погоди, погоди, Максим. Руки у тебя с мозолями. Но только мозоли ты эти нажил... Таскай чесенок. Да погоди, погоди, говорят тебе, ну. Мозоли ты эти нажил не на колхозном поле. Помирить бы их, а? Жена и дочка на колхозной ферме. Помирить мужчин? Это расплюнуть. Ну что, да, где ж тебе до колхоза? Голова и руки заняты. Освободить надо. Освободитель нашелся. Господи, да хватит вам спорить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, лучше песню давай. Ну, мужички, Левон, давай выпьем. Да. Давайте, давайте. Ну, 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 ну что давай, ты, давай, его, давай, ну, держи. Ну, давай. Ладно. Сватычек, давай, Светик. Давайте. Ну, вот молодцы, вот уважили. Вот хорошо. Разве я для себя стараюсь? Я лучше знаю, что мне надо. Чего ты не знаешь? Да ну тебя. Куница ты моя.
Ты что, Максим, сладиться или ругаться пришел со мной? Ладно, ладно, ну хватит. Ой, господи, дорогие мои, золотые мои, зачем говорить, зачем ругаться? Вот вы все спорите, а молодым слова не дали сказать. Сонь, Миш, идите сюда. Михаил, говори. Благодарим вас за вашу заботу, за ласку. Но скажем вам откровенно, жить мы будем в новом доме. Но, Миша! Что, Миша? Да... Что, Миша? Пойдем посмотрим наше приданное. Пойдем! Пойдем. Что это? Пожалуйста. Ну, гляди, как наша дочка жить будет. Ну как? А чё как? Так ведь не собственный, не свой, а это как вовсе нет. Ну ты их спроси. Ай-яй-яй. Ну спроси. Ай. Соня! Михаил! Посовещались? Какая же будет окончательная резолюция? Не передумали? Нет. Ну что ж, дочка, думай сама, решай сама. Только помни, ведь все это мы для тебя старались. Миша, может, мы еще подумаем, а? А мы что, не думали? Не говорили, да? Ты что, хочешь повторить жизнь матери, бабушки? Да что, ее мать голая или голодная ходила? Да мало этого, Соня Левон Степанович, мало. И мне тоже мало. Мало? Корова, пчелки, садок, мало. Приусадебный участок полгектара. Мало? Полгектара. Да ваши полгектара анахронизм. И долю, которую вы облюбовали для своей дочери, тоже анахронизм. Обижаешь? Чего он сказал? Ты не разобрался. Нет. Не понимаешь. А ты понимаешь? Понимаю. Ну, разобъясни мне темному. Анахронизм, это значит, ага. А нахрена ему твои полгектары? Хулиган. Ай! Левон, ты чего? Ничего. Ну, пойдем. Не пойду. Дочку обижаешь, перед людьми не позоришься. Сагитировали дуру. Сортиры в хате прельстили. Пустодомок ты. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну? Так вот моя пропозиция. Свадьбе не бывать. Мама. Папа. Что ты плачешь? Что с тобой? Ты чего? Ну, Левон, закоренелый ты индивидуалист. Из колхоза гнать тех, кто через 5 дён на 6 работает. Да ты меня не пугай, не пугай. Я уже пуженый. Вот. Мы тебе не пужаем, мы тебе предупреждаем. Да ладно, пойдем, батя. Эх ты. Ой, горе ты мое горькое. А может, твоя правда и твоего Миши? Поди разберись, вот напасть. Ты что это мне говорил? Не признавайся, потерял. Где ты ее потерял? Где? Ой. Ну чего мычишь? Набрался сорому, как жучка блох, и молчишь. Опозорился. Как мы теперь людям глаза отсмотреть будем? Бессовестный. Ты бы дочку-то пожалел. Ведь одна она у нас. А? Я не жалею. Жалеешь? Не жалею. Вот как ты ее жалеешь. Ты что об себе думаешь, а? Почему ты всегда поперек всех? Ты что ж думаешь, все будут с тобой нянчиться всю жизнь, как я? Нет. Прижмут тебе хвост. Прижмут. Баба, обалдела. Ничего, ничего. Я раньше найду на них управу. Митрофан Сазоныч. Ну? Вы только послушайте, что они придумали. Не буду слушать. Митрофан Сазоныч, вам как председателю райисполкома надо бы вмешаться. У меня сегодня выходной. Деловыми вопросами не буду заниматься.
не клюет. Вот же незадача, спит и в ус не дует. Ох, проспим мы с тобой, Митрофан Сазоныч. Левон! У. Левоша, да? Надумал и я себе теремок, как у тебя поставить. Клюет! Где? Нет, не клюет. Опытный карась. Да. Осторожный старик. Так вот, Левон. Да. Ой, не ушибитесь, что? Митрофан Сазонович. Вот попрошу сюда. Вот сюда. Так вот. Супруга моя в календаре вычитала, что черепаха до 300 лет живет. Да что вы! Да. А почему? Да. Собственный домок имеет. А, собственный! И вот на такое резюме Надежда Владимировна и говорит мне. Да. Неужели мы, говорит, глупее черепахи? Тише. Ох, как правильно вы с своей женкой рассудили, Митрофан Сазонович. Одобряешь? Ну, так это же просто рай. Маленький, но свой рай. Это вам не рай исполком. Пенсию вы служили, пора и о себе позаботиться. Пускай молодые догоняют. А где там? Не в наших летах на перегонки бегать. Да уж, не в наших. Понимаешь ли, вон, физических сил не ощущаю. Духовных от сколько угодно. А вот физических... Клюет! Я! Клюет! 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 Тихо! Осторожно! 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 Осторожней! Тихо! Я сам! Сачок! 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 Вот, вот! Подводи! Подводи! Води. Так. Сюда, 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 сюда. Организованно. Так. Бери. Попался, голубчик. Ловко вы его, Митрофан Сазонович. Ой, держи еще. Так под... Куда? Раздяло. Вас. Ой, ой. Тесаков, шляпа. Есть шляпа. Ушел. Ну, будем. Будем. Это что, самогон? Сельхознапиток. Ты смотри у меня. М? Нарушаешь, понимаешь? Митрофан Сазоныч, мать честная, тут поневоле запьешь. Председатель с нашим Мишкой, за техником, такое вытворяют. Отстаешь от жизни, Леон. Частных коров хотят ликвидировать. Продать колхозным фермам. Так не брит, так срижено. Хай, а частные дома? А что дома? Ликвидировать. Дома свои, собственные. А? Как это ликвидировать? Именно. Колхозные из кирпича строить. Но не твой, не собственный. Это что? Вот это перегиб. Явный перегиб. Надо принимать меры. А то будет нам и дудка, будет и свисток. Труба нам будет, Митрофан Сазоныч. Труба. Надо обязательно приструнить их. А? А ты пиши. Че? О перегибах. Понял? Только подпишись. Анонимок теперь не рассматриваем. Ага. Понятно. Какой бы ярлычок им присобачить? А? Иду. Секретарю обкома партии.
Не любишь ты меня? Да что ты говоришь-то? Мне это теперь совсем ясно. Ну перестань. Да-да, ясно. Ну люблю, Мишка, люблю. Ну теперь держитесь у меня. Перегибщики. Я играю на гармошке у прохожих на виду. Очень жаль, что день рождения только раз в году. О. Внимание, внимание! Говорит колхозный радиоузел. Теоретически надо подковаться. Автобусы на праздник песни отправятся от Дворца культуры в 10 утра. Просим не опаздывать. Никого ждать не будем. Соня Чмых, не забудь фату. Не забудь фату? Я тебе покажу фату. 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 Руководители танцевального коллектива колхоза «Партизан» Сов Юрарич просит нас... Мне про перегибы что-нибудь. Про перегибы? Угу. У нас ничего нет. Жаль. Ну-ка. Вывихи и аж переломы. В случае необходимости исследования всего тела начинается исследование головы, которую тщательно осматривает, затем ощупывает. О, что-то не то. Похоже, но не то. Здорово, Левон! Здорово. Ты случайно не встретил тут законы о тех, что сено крадут? Нет, не встретил. А, ну тогда я сам. Сборник законов СССР. Обязательное постановление и указ. Всем председателям колхозов, сельпо, заведующим магазинам и ворам. Темнота. Вот влипнешь своим указом. Начальство воров в одну кучу собрал. Ничего. Начальство для инструкции, а воров это больше всего касается. Чё ты прицепился? Чё прицепился? Воров не люблю, жить мешают. Так без них же сторожам работы не будет. Как? Куда вас девать, дармоедов? Заело. Ишь ведь, чёрт, как наседают. Тут надо отбиваться. Голосистая у меня невестка. А Михась где? Мается хлопец. И не говори, сватушка. Сознательный дуже. Я бы на его месте... Что ты, сватушка? Ну, погоди, сыграем свадьбу. Да, на сцене ты здорово свадьбу разыгрываешь. А вот в жизни... А мы целый месяц репетировали. Все шуточки? Все шуточки. А папочку боишься, как в старину. А родителей надо уважать всегда. Ты чего расхмыкался? Ты мне еще не муж! Соня. Да ну! Свадьбу мы сыграем. Да, ну... Сыграем. Надо, чтобы все красиво было. Чтобы на всю жизнь запомнилось. Ведь одна она у нас. Ну, чем мы хуже людей? Чем? Да папаше дороже собственной коровы, чем счастье. Ой, да что с ним, с неразумным, сделаешь?
поставить его перед фактом. А? Миша! Перед каким фактом? Миш, Миша, а что люди скажут? А? Ну, мама! А что же нам остается делать? Что? Ну, ладно. Перед фактом, так перед фактом. Регистрируйтесь, а я с ним поговорю. Он еще поет. А че? Жалости у тебя к дочери нет. Совести у тебя нет. Вот тебе и утю-тю. А у них есть? У них есть? Ну чего еще им не доставало? Ты посмотри, красота-то какая. Какого им еще рожна? Ливонушка. Ну? Ливонушка, ну послушай. Чего? Ну жить-то им как-то надо. Ничего, перетерпь с этим делом. Ну, дурень, не станут они терпеть. Не станут. Чего ты паникуешь? Как это не станут? Он партийный, она комсомолка. Народ сознательный, значит, потерпит. Чего ты говоришь-то? Чего я говорю? Правильно говорю? Эх ты, чучело. Ха-ха, чучело. Чуверла чучела, меня замучила. Ха. Потерпит. Миша, здесь. Поздравляю, Сонечка. Спасибо, Елена Васильевна, спасибо. Поздравляю, Миша. Спасибо. Лявон, а твоя Сонька записалась. Молодец, раз, два и законная жена. Стой! Стой, Мишка, бандит, ты сбочил! Все, Левон Степанович, теперь ваша дочь моя законная жена. Да, но я его жена! Стой, да она тебе жена, она моя дочь! Да, я его жена! Правильно! Стой-ка! Ваша дочь моя законная жена! Миша! Левон Степанович, да под... Соня! Миша! Сейчас я догоню! Миша! Сейчас догоню, Соня! Раскладила с вас тут на мою голову и все для дочки. Она сбежала. А ты все кричала, я его жена, я его жена. А я твоя жена. Наконец-то. Так это ты все подстроила. Ой, надо же так меня одурачить. Ну, погоди. У тебя на троих полгектара, ну? А у Максима на шестерых 25 сотых. А у Клавки, у соседки, на одну полгектара, это что? Обрезать надо. Не имеете права. Обрежем. Не имеете права. И нет у Клавки такого. Обрежем. Нет такого законного обрезания, я в область жаловаться буду. Против перегибов. Да мы тебе не перегибаем, мы тебе выпрямляем. О, здрасте. Мелкособственнический империалист. Тут надо действовать, Митрофан Сазоныч. В полоску, к черту в полоску. О, Лушкина кобылка. Вот мы ее и конфискуем для государственной надобности. Стой! Куда? В город надо. Зачем? Схватила. Ой. Вот тут вот? А... Приехал. Кто приехал? Сам. Портфель. Папуля, а может быть без портфеля? Митрофан Сазоныч, возьмите мой. Ты...
ты мне еще авоську предложи. А чего ж ты со мной в район потряслась? Сам бы доехал как-нибудь. Нет, мой голубчик, нет, мой сизокрылый. Я тебя в беде не оставлю. Нет. Ну ты погоняй, что ли? Но... Надя, встречай. Мы работаем, работаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Какими судьбами? Надя, на, Надежда. Владимировна, проходите. Сам дома? Дома, хорошо, дома. Спасибо, спасибо. Работаем. Папуленька. А? О! Боже ты мой. Ну, Митрофан, дружище. Ну, как? Трудимся. Да вот знакомимся с кадрами, с будущими депутатами сельских советов. Здравствуйте, молодой человек. На, ну-ка, интересно. Интересно. О, так он еще не на пенсии? Нет еще. А, да? А вот женщин у вас маловато. Разве? А я не заметил. Постарел ты, Митрофан, постарел. Потерял интерес к женщинам. Это надо исправить. Да. И молодежи тоже мало. Да молодежь, она из борозды может выскочить. А люди с опытом, с практикой, они... Ну, ведь мы-то стареем. Стареем. Хочешь, не хочешь, наше дело надо передавать в молодые руки. Только надежные. А как вы думаете, молодой человек? Я? Да. А если есть непосредственные указания, думать не нужно. А для чего же голова? Шапку носить? Нет, вы меня не так поняли. Я считаю, что если человек выше меня по должности, ну, значит, он умнее меня. Иначе я был бы на его месте. И если он дает указание, значит, оно продумано более умной головой, чем моя. Что же, откровенно. Откровенно. Простите, не все имеют право давать указания. Нужны точные исполнители. Есть композиторы, есть музыканты. Угу. Я музыкант. Но иногда нужно давать работу и голове, а то атрофируется. А там действительно перегибы. Ну, если перегибы, то... За дискредитацию, опошление идеи не погладим. Нет, за идею не погладим. А может, там настоящее? Новое? Ну, если настоящее. Так что ж там, перегибы? Перегибы. Перегибы. Так, или новое? Так перегибы всегда новое. Да, изменился ты. Давненько я тебя не видал. Слушай, Митрофан Сазанович, душно тут у тебя. А может, мне показалось, а? Знобит меня. Так что же, жарко или холодно? И жарко, и холодно. Так, Митрофан, так. Что же ты, брат, а? Иди. Ух ты, а может, в другой раз? Иди, иди! Девочки, идем. Че сел, худо тебе? Да ладно, без тебя. Пойдемте, пойдемте с нами. Куда? Пойдемте, пойдемте. Куда? Куда? Я сам ой, могу. Божечки, может, и вправду захворал. Девушки, голубушки, да вы поймите меня. Да мне не к врачу ведь, мне не к врачу, понимаете? Ну, почему ж не к врачу? Пройдем. Мне в другую дверь, понимаете меня? Да, да, в другую дверь, ну вот, упустили психа. Ты зачем в область писал? Да ведь... Непутевый. Товарищ Саков, дозвольте объяснить. Ну что? Что? Да вы втиснули ее вот в этот железный гроб, тут ей хана. А теперь, когда моя бумага вернется из области, у ней будет авторитет. Внимание к ней будет. И уважение, вот что. Под ковырку. Че?
подковырку ты сделал ответ работнику. Ну сколько ему до пенсии осталось, а? Не так. А там хоть волосы друг другу вырвите. Здравствуйте, товарищ Тесаков. Здравствуй, товарищ Мых. Я ведь что вот же это... вы друг за другом бегаете в самый разгар уборочной кампании? А, так значит, это мой мужик тут был. Вон он, разбойник, во дворе. Ну, я ж ему баламуту. А ты чего, жаловаться приходил? На кого? На зятя? Гордился бы таким зятем, а ты... Хватит, хватит. Вот это уже семейная ссора. Хватит. Дома разберетесь. Это Митрофан Сазонович, она так в коммунизм захотела. Ну, идите. Идите себе и в коммунизм идите. Ну, только чтобы тихо, мирно, спокойно. Слыхала, что умные люди говорят? Отстань. А? А, не узнал. Ну, где тут узнать? Размалевали, как на иконе. Портретиками попрекаешь, что перед людьми в почете. Другой бы гордился, а ты... Эх, ничего ты не понимаешь. Чего я тебя не понимаю? Главного. Главного в нашей жизни с тобой ты не понимаешь. Ну да, ты слишком много понимать стал, я смотрю. Так ведь человеком надо быть. Человеком. А ты только о себе и думаешь. Только под себя и гребешь. Ну, только для себя и стараешься. Как это для себя? А для тебя? Для дочери? Ну а другие-то люди как живут? Ну кому ты нужен такой? Ну да, так я никому и не нужен. А тебе? Не нужен ты мне такой. Что? Бирюк. Как? Выходит, мне теперь башкой в омут, а? Да? Глаза б мои на тебя не глядели. Ой, наседают. Вот наседают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как ведь оно закручивается, а? Мало того, что дочку от меня переманили, так еще и жена туда же тянет. Ну нет, хозяйку-то я удержу. Бабью натуру я знаю. На любые расходы пойду. О! Дайте-ка мне эту химию. Пожалуйста. Так. Да. Так это же насквозь. Химия? Да. Давай. Это дорого стоит. Принципы дороже. Сколько? 15. Ого. Давай. Пожалуйста. 15. Мы с тобой два берега. У одной реки. Митрофан Сазоныч, Митрофан Сазоныч. Говорите, идти тихо, мирно? Нет. Нет, не послушают они. Мы для них вроде бревна поперек дороги. А раз дело пошло на принцип, тут держись. Благодать! Стой! Стой, чертова кукла! Хуй! Стой, волчье мясо! Стой, тебе говорят! Машка! Машка! Уй! Стой! Мам, стой! Машечка! Стой! Будь человеком! Ой, чисто еще вас тут не хватало! Thank you.
нашли время, работать надо. Взвалили все на машину, а сами... Фу, черти. Ну, проезжайте, чего остановились? Лужка, Лужка! А? Ты чего лошадь без присмотра оставляешь? Непорядок. Левон! 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 А что это? Вроде бы штаны. Штаны. Божечка ж. Тут, понимаешь, вот какая история. Левон Чмых пропал. Что? Да. Есть подозрение, что утонул. Ну да. Надо дать команду в милицию. Алло! Алло, алло! Дед Архип, вот задание твоей пенсионной команде. Пошарьте-ка вы около Черного Брода до моста. В карманах ничего не нашли? Нет. Может, записку какую? Ой, вот напасть. Ну, нам ко всему еще плюсы электрификации. Жертва перегиба. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что? Вот. Нет человека. Ой. Пленки, вот его. Ты что, сектант? Чё? Сектант? Анахронизм. Ну, чудак. А я предупреждал, предупреждал. Вот видите, что из-за ваших перегибов получается. И нет человека. А что скажут там, на Западе? Может подняться такая волна антисоветской пропаганды. Ой, только бы обошло все тихо, спокойно. Понимаешь, болен я, болен. Физических сил у меня... Дорогой Митрофан Сазонович, на пенсию вам пора. Правильно. Вы только не обижайтесь на меня. Да нет, правильно, пора, пора. Полгода не хватает. Неужели полгода не можете прожить спокойно, не куролеся? Полгода нет. Полгода это полгода. 6 месяцев. Отставать на 180 дней? Нет. Ой, перегибаете, товарищи, берите. А что, если не перегибаем, а вы против? Что тогда? Достанется вам не только снизу, но и сверху. Руководи спасением утопленника. Есть. Ей отравит. Сельхозвредителя! Клавочка, ты... Что ты ржешь? Вот сразу голову мужика не видела. Крашеного не видела. Мать честная. Да топель не стыль. Дай прикрыть чем-нибудь. Пошли ко мне в хату, чарочку выпьешь. После такого страха чарочка не помешает. После такого страха чарочка действительно не помешает. Ой, потеха, ой, потеха. А по деревне злых ведет. Чё? Будто ты на себя руки наложил. Да что ты? Перепугались?
Жертва! Чего? Перегибов! Отощал ты, бедный. Заездило тебя хозяйство. Чего ты за него так держишься? А какой я был бы хозяин без хозяйства? Что ты? Так сколько ж всего этого человеку надо? Лишний продам. А деньги в чулок? Ха-ха-ха, ну почему в чулок? Мороженое буду есть, конфетами закусывать. Ой, Клавка, хочу сладко пожить. Дурень ты. Че? Да разве в этом сладость жизни, Леонушка? А в чем? Ну в чем? Ничего ты не понимаешь. Ты много понимаешь. Без присмотра жил. А. А ласки женской не видел. Ох, что ж ты наделал? Ой, Леонушка! На-ка, подержи. Ах, жертва. Давай, 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 Впереди. Весной просил доску, не дал, а тут целый склад. Так. Это что ж такое, а? М? О, Господи. Грабеж средь бел дня? Нет, 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 нет. А что? Доски выбираем на гроб. Да. Кому на гроб? Тебе. К тебе. А, волнуешь. И никто не узнает, где могилка моя. Обижаешь. Ой, весоколик мой. Ку-ку. Леонушка. Что, перепугались, да? Вот как я вас. Ну, чё, я вот жив-здоров. Так ты пугал нас. Так я лучше от кобыла отчудела же. Ну, скажи это, наверное. Вот как. Погоди, милок. Луша. Погоди. Луша, это не я, это лошадь. Скоро она всю деревню посмешищем станет. Луша, да что ты? В таком виде по деревне разгуливает. Обижаешь. Пугала ты. Луша, да что? Вот тихий меня. Луша! Ну, погоди, голубок. Да я же не виноват ни в чем. Я тебя насквозь вижу. Ну, как? Боком тебе выйдут твои фокусы. Как ты понять? Все. Подожди, постой. Идем, дочка. Луша! У вас тебе и химия. Доброе утро, товарищи. Вы уже, конечно, встали, проветрили комнату и готовы к зарядке. Начнем с ходьбы на месте. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Энергичнее, энергичнее. Раз, два, хорошо. Вот так. Теперь встаньте на носки. Подтянитесь, наклоняйтесь, наклоняйтесь. Туловище влево, теперь вправо, влево, вправо. Раз, два, раз, два. Хорошо, опустите руки. Встряхивание кистями рук. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Делайте под музыку, товарищи. Вот так. Теперь круговое движение локтями. Слегка наклонитесь вперед. Вдохните. Глубже, глубже. Глубокий вздох. Раз. Больше поворот. Здорово, сосед. Здорово, соседка. Еще раз и еще раз. Раз, два. Ну, красюненька, подуемся? А? Ух ты, недотруга. Мама идет! Не выдержал. А, тесть мой идет. Закончили?
Закончили. А своя корова стоит недоеная, при двух хозяйках в хате. А что ж ты сам-то? Не подпускает. Ишь ты. Не дотрогать себя строит. Руки лишь ласкается, а за вымя взяться не дается. Стесняется, наверное. Ха, шутишь? Слушай, ты что затеяла? Совсем ум потеряла? Иди домой, в хлеб. Не, милок, я ведь здесь на ферме работала. Заработала, получила. Еще дома надрываться. Да ты что в самом деле? Побудешь в моей шкуре, все поймешь. За женой-то тебе спокойно было, да? Тепло, уютно. Луша. И мухи не кусали. Что, Луша? Приспособился. Эх ты, я столько лет коровьим хвостом была опутана. Гнула спину над лебедой, хватит! Я тоже человеком хочу быть. Ха, человеком? А мне нужна хозяйка. Ну что ты будешь делать с бабой? Взбунтовалась. И что ж теперь? Хоть стреляйся. Паразит. Двух куренков загубил, гад. Много работаю на износ. Заинька, красюленька, ты красюленька, зверенька. Ты ж моя перепелочка. О, не узнала. Не узнала, не узнала, не узнала, не узнала. Не узнала, не узнала. Ты что, разбойница? Ну, я ж тебе задам. Сволочь! И вы, негодяй, бандит ты, а и корову, тьфу, падла, ой. Ой, боже ж ты мой, какого же мужчинку выбросили. А с ними еще жить да жить можно. Леон. Чё гогочешь? Чё гогочешь? Иди ты. Ты лучше на себя погляди, на кого ты похож. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ленечка, милый, ерунда все это. Ерунда? А что не ерунда? Ласка. Любовь. Ласка, любовь. Баба. Есть баба. Леон, Леон. Какая же это сила. Ласка да любовь. Ну что там водородная бомба? Что ты? Пустяковина. Вот ты. А может, ты как мужчина ее не удержал? Верно. Верно. Не держал я ее в руках. Ну ничего, не горюй, Леон. Ты ведь еще не стар. Сколько тебе? 42. Самый-самый. Та-та! Мама. Пусти! Пусти! Это что меня не пускают? Пусти. Сонечка, доченька. Ну, так вот я пойду, Леоншка, корову подаю. Да ты что? Да я ведь ничего такого, ей-богу, ничего. Вот это ничего? Да не виноват я. Да я сама замужем. Да. Я знаю, что к чему. Вот тебе истинный крест, не виноват. Не моргай. Я все равно маме Соня. Скажу. Я все маме Соня. Скажу. Соня. Соня. Соня, стой, подожди, Соня. Вот же влип, как кур в овощи. Одной было мало, так другая объявилась. Да хоть баба была стоящая, а то ей только штаны и снятся. Скажите, что Левон Чмых здесь живет? Кого еще там принесло? Ну, я Левон Чмых. Че? А я новый секретарь обкома. Зовут меня Николай Сергеевич. Здравствуйте. Ай-яй-яй. Ко мне? Рядовому колхознику?
Так заходите, пожалуйста. Прошу, прошу. Дорогой гостик. Сюда, Кайласка, заходи. Благодарю вас, благодарю. Пожалуйста. День добрый. Ой, добрый день. Проходите, проходите. Леоншка, выпей молочка парного. Не хочу. И знаешь, Клавдия, не приставай. Леоншка, Леня. Я тебе говорю, не приставай, не надейся, ничего у нас не выйдет. А почему не выйдет? Иди ты. Домой иди. Ой. Контуженный. Да. Что это, поссорился с женой? Да, это не жена. Не жена? А кто же это? Соседка. А соседка? А. Что же она, видел, что ли? Кто? Она? Да. Обидишь ее. Ну-ну. Довели, товарищ секретарь. Запарился. Да. А был так приспособился. Ведь дом полный короб, и никаких тебе налогов лучше не надо. Дочь замуж выдал, а зять не захотел здесь жить. Говорит, анахронизм. Чё? Анахронизм. Анахронизм? Интересно. Ну, жена? Бунтует. Чё же она хочет? Книжки читать, в кино ходить. Одним словом, из меня баба решила оформить. Я, говорит, тоже это человеком хочу быть. Здорово. Ой, здорово. Ну, как же вы? Да вот, остался один, как смык один. Метку попробуйте. Свежий, свой. Спасибо. Я для сладкого не охотник. Ну, молочка тогда выпить тоже свое. Пока. Пока, говоришь? Пока. Леон Степанович. Да? А если это не перегибы? Хм. Как же не перегибы? А что тогда? Линия. Линия? Да, генеральная линия нашей жизни. Да какая же это линия, товарищ секретарь? Не линия это, а головокружение от успехов, левацкий заскок. В свое время за это, помните, небось? Да, помню. А вы подковались по линии теории, Леон Степанович. Да ведь скользкая жизнь, товарищ секретарь, потому и подковался. Да, скользить-то, по-моему, не следует. Да. Что, уже уходите? Да, 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 пора. Дела, дела, милый. Ну что ж, значит, поговорили. Так, Леон Степанович, кстати, я получил ваше письмо, приехал разобраться. Значит, выходит, что главный... Перегибщик. Перегибщик, да. Это ваша жена. А? Так. А, да, теперь видно она. Так, значит, председатель и парторг, это ваш зять, да. Ни при чем. Вот, они же самые главные подбухторщики. А? Да. Вот что. А как же? Мне нужна женщина. Вам женщина? Да. А какая? Ну, какая? Доярка, свинарка, кукурузоводка. А-а-а. Конечно, не балерин, не чемпионка. Думайте, Сокол, думай. А справлюсь я? Справишься. Я тебе тут выступленец подготовил. Разберешься? Лишнего не говори, это себе там не пари. В ответ на постоянную заботу и помощь со стороны руководства нашего района и лично товарища Глуздакова, Митрофана Сазоновича, наш колхоз располагает благоприятными почвенными и климатическими условиями для получения высоких урожаев и роста поголовья скота. Попрошу не помогать. Веди. Тихо, товарищи, тихо. Мы это добились кто же выступает? Больших Лужка. Успехов. Кто? И мы лучшая доярка, Чмых. Района, а, это жена Леона Чмыха? Для достижения она самая. Еще больших успехов. Угу. Укрепление общественного колхозного хозяйства является святым долгом каждого колхозника. Про святой долг не Левон тебе написал? Тоже сказал. Ему некогда. Беда наша в том, товарищи, что многие из нас привязаны к своим дворам. Как же дальше мы будем развивать свое хозяйство, если не освободим эту армию? Многим собственное корыто и корова заслоняют весь мир.
Во, куда ты повернул? Тогда надо давать сдачу. Левон, Левон, подожди. Корову не трожь! Ишь, свыл. Корова это что? Забота бабья. Потребитель сена. Обуза крестьянская. С хвостом и рогами. Тут уразуметь надо, а потом гоготать. Корова это мой экономический бастион. Рогатый, а не экономический. Сам ты. Ишь ты, коровий защитник. А ты эту корову поил, кормил, доил, в траву ей с поля таскал? Есть у нас еще такие типы. Чтобы уберечь свое, молодец. Он готов и жену в рабочую скотину обратить. Верно, Лушечка, твоя правда. Вот я на ферме работаю. Сами знаете, труд нелегкий. Так только я там справлюсь, а он уже над душой стоит. Хватит на жене ездить. Бабоньки, бабоньки, да неужто вы не люди, а? Продыху нет. И в колхозе не отставай. Давай минимум. Давай. Баста! Я максимум дам. О, правильно, Миша. Это товарищ Заиграй говорит. Что же это получается? За собственным корытом мира не видать. Вот я и теперь поняла этих буржуев американских. Они готовы бомбу швырнуть. Что городит? Только бы удержать вот это вот мое, свое, свои фабрики и заводы. Не только свои, а готовы чужие прихватить. Во. Да ты что, в самом деле, меня приравнивают к тем американским буржуям, да? А? Левон, да пойми ты. Я понял, все понял, понял. Пошли, буржуи. Эй, буржуй! А, заело! Так вот, граждане! Батя, я тебе слова не давал. А ты дай. Дай. Давай. Так вот, граждане, я человек, человек. А должность у меня какая? Собачья. Обидно, но понимаю, надо. Вот я сторожу ночами и думаю, какой урон государству наносят воры, даже когда они спят. И вот чтобы искоренить это зло, даем такое постановление и указ. Законодатель. Слышала, доченька? Слово предоставляю. Буржуя меня обозвала. Заслуженной учительнице республики, товарищу Логиновой. Дорогие односельчане, мы все знаем нашу Лушу от вот такого росточка. Помним ее молоденькой девчушкой накануне войны. После десятилетки она пришла на колхозную ферму и заменила свою старенькую мать, знаменитую нашу колхозную доярку Степанеду Ивановну. Да иди ты! Перед самой войной за высокие надои нашу Лушу наградили первым орденом «Знак почета». Депутаты районного совета депутатов трудящихся по 13-му избирательному округу выставлена Чмых Лукерья Ивановна. Лушка! Ой! Николай Сергеевич, что же это такое получается? Да? Что такое? Прокатили меня? Да, на вороных. А, народ. Так... Тебе сколько до пенсии? 5 месяцев 13 дней. Посчитал. Митрофан Сезоныч. Не Сезоныч, а Сезоныч. Я тебя прошу, будь добр, не мешай. Я тебя готов за счет колхоза содержать. Только не мешай ты, пожалуйста. А может, в самом деле на пенсию, а? Тут надежные руки, крепкие головы за дело взялись. Можем доверить или нет? Как ты думаешь? Вам виднее. Ну вот. Музыкант, до свидания. Какой из тебя депутат? Тебя же... Ты же двух слов связать не можешь. А там ведь выступать надо. Там умные люди нужны. Откажись, пока не поздно. Не твоя забота. Я еще буду руководить такими вот темными, как о, ты. Светлая, твое дело на ферме, там руководи. А я тебе не корова. Левон, чего не танцуешь? Ну иди ты, тоже мне сочинитель.
Люди добрые. А? Да что же творится на белом свете? Моя Лушка выходит на эту, на орбиту, в космос летит. Держите ее, держите. Зачем держать? Загубит ведь государство-то. Нет. Вот на таких боевых и непримиримых оно и держится, государство-то. Николай Сергеевич, а? Идите, постелила. Ага. Да, иду, иду. Ну ладно, пойдем спать. Утро вечера мудренее. Эх, видать, напрасно я вам писал, товарищ секретарь. И напрасно вы приехали. Нет, не напрасно. Очень даже не напрасно. Да? Да. Вот приперли. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот загнали в угол. Леон Степанович, надо вам выходить из этого темного угла на свет. Выходи на свет. А тут подумать да подумать надо. Сегодня так, а завтра, может, оно и эдак. Ведь что ни день, то все новое, и новое, и новое. И живу, как на палубе корабля. То туда качнет, то сюда. И моя собственная жонка бунтует. Корова ей свет заслонила. А без нее, эх, иду в разведку. Луш. Луш, ты спишь? Ничего тебе. Подвинься-ка. Ну, слышь, что ли? Подвинь чуток. Ну, пусти его, ты тоже. Луша, давай поговорим с тобой по-хорошему. Ну. Ну, ну, ты. Я насчет коровы. Чего? Корову пока. Да ты что, Леший? Чего? Ты с кем живешь-то? С коровой или со мной? Да с тобой, что ты? Иди ты сюда, что обалдела? Тихо ты. Вроде бы и смешон я. Смешон. Анахренизм. Ай. А ведь завсегда знал, что жизнь моя идет как след. А может быть, проморгал я? Жизнь-то идет по руслу, а меня занесло в заводь, в болото. Обзывает меня буржуй-индивидуй. Всем помеха моя, корова, огород, личное хозяйство. Так может быть, всему этому конец?